Здравствуйте, дорогие зрители! Хочу поделиться с вами новым успехом. Я сегодня пригласил Аллаханом. Аллаханом ко мне обратилась с диагнозом катаракта, высокая близорукость, центральная периферическая ретинальная дистрофия. На сегодняшний день после операции у Аллаханом все, слава Богу, хорошо. И я хочу, чтобы она поделилась своими эмоциями и своим впечатлением. Здравствуйте, меня зовут Алла, мне 57 лет. Я потеряла зрение и обратилась к доктору Руслану. Я очень благодарна ему, что я после операции я стала очень хорошо видеть. Я не ожидала, что вот мир такой, обладает такими сочными красками, и я не могу передать эмоции. Я очень благодарна доктору, что я все вижу и без всякой помощи уже девочек, дочек своих обхожусь. Дай Бог вам здоровья большое, пожалуйста, чтобы вам здоровья. Вы больше людей помогли людям больше.